Ты уверен в том, что ты чистокровный казах? Нет. Почему? Ну, потому что у меня бабушка узбечка. Русская. Ултом казах. Татарин. Казах. Я метиска. Уйгур. Скорее всего, украинец. Ну, мама родилась здесь, папа под Талдыком, так что я найман. Бывало, меня часто принимали за поляка в Польше, иногда меня принимали даже за турка, я не знаю почему, мне кажется, что я на турка не похож. Говорят, что я очень сильно похожа на уйгурку, только папа говорит, что я казашка. Очень разнообразных. От казахов, уйгуров. Немцев, испанцев, арабов. Корейцы, евреи, татары. И русские, и украинцы. Чеченцы есть, казахи есть. Я уйгур. На 100%, насколько я знаю. Я полагаю, что поскольку основная часть татар живет на территории России, наверняка там будут и славянские крови. Бабушка по маминой линии, она выходец из Китая, так что, возможно, китайская и уйгурская. Поскольку у меня очень замедленная речь, возможно, есть что-то прибалтийское или финское. Большую часть моего генотипа составляет украинский генотип. Кавказских корней у меня нет, это точно. Но русской крови, наверное, вряд ли. Я думаю, там не будет евреев. Привет. Привет. Знаешь ли ты, из чего состоит ДНК? Нет. Твой генетический материал наполовину передается от мамы и наполовину от папы. Точно так же генетический материал твоих родителей включает в себя равные пропорции от их родителей. Вот так до тебя доходят крупицы твоих предков. Ты готов посмотреть результаты? Да. Очень готова. Волнуешься? Да. Можно смотреть? Цунгте. Результат. Даргинцы 10,9%. Грузины 9%. Пакистан, Индия 10%. Верхние касты Индии 9,6%. Турки. Ну окей, турки там могли как-то проходить, ладно. Сербы, норвежцы и шведы. Англичане 4,9. Я чопорный, да? Русские 7. Герцеговинцы 12%. Даргинцы, грузины. Евреи, ашкеназы. Моя подруга будет очень рада. Русские 0,2%. Англичане 0,2%. Исландцы, болгары, абхазы, казахи! Казахи 4,9%? Серьезно? Больше, чем у многих казахов, между прочим. Нет, если честно, китайцы, да, я знаю, потому что у меня бабушка выходец из Китая. Их называли гуджилуки. И она, ее в бочке перевезли сюда. Где русские вообще? Есть русские здесь? Где были? Хоть есть дальше? 0,001% есть? Ну, я удивлена. Больше, чем. Потому что Индия, Пакистан, Афганистан — это то, и таджики — это то, о чем никогда никто, в принципе, не говорил. Я ленивый и гостеприимный, теперь я знаю, откуда это. Ну, вообще неожиданность просто. Особенно русские и англичане. Знаешь ли ты, что среди присутствующих есть твои дальние родственники? Нет. А они есть, и ты можешь их найти? Ну, не этот сектор. Ты? Брат. Как
ты себя чувствуешь после того, как узнал результаты? Я в шоке, и мне потребуется время, чтобы все это осознать. Ой, ну как-то мне спокойнее, что не я один герцоговенец. И вообще я чувствую, что мир как-то стал дружелюбнее, что ли. Столько родственников у меня новых появится. Ұлтқа адамдар бөлінбейді. Негізі адам барлығы бірдей. Соған тағы да көзім жетті. Все, кто рождается на казахской земле, неважно, уйгур, чеченец, русский, он считается казахом.